Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня с удовольствием покажу новинки с выставки. Пришла очередная красота, и вообще я думаю, что у нас в течение месяца будет постоянно что-то новенькое приходить, потому что украшений очень много мы выбрали, очень много интересного, разнообразного. В самом начале видео хочу напомнить, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить или написать на номер, который вы видите у себя на экране. Можете в WhatsApp написать, можете в Viber, в Telegram-канале. Ссылку на Telegram-канал я оставлю в закрепленном комментарии. В Telegram-канале мы выкладываем фотографии украшений с ценами. Что еще хочу дополнить? То, что лучше всего общаться либо в Вайбере, либо в WhatsApp, потому что сейчас в соцсетях очень много разнообразных мошенников, и поэтому проще всего общаться именно в этих мессенджерах. На сегодняшний день я считаю, что это пока самые такие безопасные мессенджеры, поэтому думаю, что лучше именно там. Начнем. Сегодня у меня янтарь. Янтарь будет разнообразный. Начнем с вот этого комплекта. Это эмаль, белый янтарь. Шикарнейшее сочетание цвета, шикарнейшая модель, объемная. Замочек здесь идет полупетля, то есть на любую мочку уха. Даже с обратной стороны посмотрите, какое красивое исполнение. Такая нежная филигранная работа. Здесь у нас позолоченное серебро, 12,3 грамма весят серьги, 6800 рублей. Кольцо 19 размер, 5680 рублей. И кулон 4400 рублей. Так, по-моему, у меня... Ага. Кольцо есть еще 18,5 размер. То есть здесь 19, еще есть 18,5. Кулон тоже, посмотрите, какой он красивый, воздушный. Шикарнейшая работа. Очень интересная, на мой взгляд. Следующий комплект, тоже эмаль. Эти комплекты это не совсем новинки, но они всегда востребованы, потому что очень такая оригинальная модель, что первая, что вторая. Очень они смотрятся эффектно. Такая незаезженная тема, а вот именно что-то такое интересное, освежающее. И здесь модель сама по себе очень такая безупречная. И такое сочетание интересное цвета. Хорошее сочетание подобрано. Штифт занижен на 2-3 миллиметра. Серьги здесь у нас весят 8,3 грамма, 4600 рублей, кулон 2000 рублей и кольцо 3200 рублей. Размеры есть 18,5 и 20,5. Размеры, кстати, в сегодняшнем обзоре большие размеры будут. Очень много будет разъемных колец. Следующий комплект. Шикарнейший янтарь. Ручная работа. Здесь посмотрите, какой красивый янтарь подобран. Такой прозрачный. Игра. Просто игра света. 8,6 грамм весят серьги. 6720 рублей. Здесь нет занижения штифта. Комбинированное серебро, белый рудий и золочение. И кольцо 8720 рублей. Кольцо идет, обратите внимание, разъемное. В данном случае оно где-то идет, наверное, на 19,5 размер. Мне кажется, он даже на 20 подойдет. Видите, да, здесь внутри много места. На бирочке указано, что оно безразмерное. Следующий комплект это из коллекции Растишка.
из коллекции Растишка. Здесь белый янтарь. Белый янтарь, черный родий. Посмотрите, какая работа. Этот комплект я показывала в одном из прошлых обзоров на выставке. Это чернение. Чернение и маленькие, вот здесь вот такая россыпь маленьких фианитов. И белый янтарь. 8,2 грамма весят серьги, 7100 рублей. Шикарнейшее занижение штифта. Кольцо здесь идет 18,5 размер, 3760 рублей. Шикарный, объемный, но в то же время очень нежный комплект. Шикарная работа. Посмотрите, как красиво будет в просвете. Такая прям филигранная нежность. Следующий комплект не менее интересный, не менее красивый. Здесь ощущение, что использовали вышивку. Сейчас покажу. Так, так, так. Посмотрите, какая работа. Очень нежная работа. Такое ощущение, что здесь кружева, да? Кружева или вышивка. Оно даже вот когда приглядываешься вживую, конечно, очень красиво все это выглядит. Такая прям сама нежность, воздушность и янтарь очень красивый. И вот это все насквозь виднеется, вот эта вот ажурность. Очень красивая работа. И здесь вот такая вот брошечка идет в комплекте. Брошь-булавочка. Комплект лимонного цвета. Позолота лимонного цвета. 7,6 грамм весят серьги. 5900 рублей. Кольцо идет здесь разъемное. 4350 рублей. Колечко тоже. Посмотрите, как красиво все выполнено. Оно не просто такое ажурненькое, а оно идет, знаете, как оно идет такое прям фактурное. И кажется, что это на самом деле вышивка. То есть не гладенький вот этот ажур, а именно фактурный. Просто сама нежность. Кольцо 4350 рублей. Серьги 5900 рублей. И брошь-булавочка 4100 рублей. Прелесть. Так, далее. Следующий комплект. Тоже ручная работа. Здесь у нас уже идет белый янтарь. Королевский янтарь. Серьги идут на петле. Серьги на петле сейчас покажу. Так, так, так. Лесочки очень мешают, очень такие неудобные. Вот длинные серьги на вот такой вот петле. Посмотрите, как красиво. Янтарь очень красивый. И такая петля без замочка. Сюда очень легко надеть силиконовую заглушечку и носить именно силиконовой заглушкой. Удобно будет. Серьги здесь идут с весом 6,2 грамма, 4850 рублей. Кольцо 3970 рублей. Кольцо также идет разъемное. Комплект в лимонной позолоте. И сюда же вот такой вот шикарнейший браслетик. Посмотрите, какая милота. Причем браслет такой очень интересный. Такое ощущение, что он двусторонний. Можно и так его носить. И вот так тоже надеть можно его. С этой стороны как будто бабочка. С обратной стороны как будто просто ажурненькая. То есть кому как нравится. Такой вот браслетик звеньевой.
тоже такая прям кружевная работа. Здесь браслет идет 17 плюс 3 сантиметра. Дополнительная цепь идет 9800 рублей. Работа, конечно, бесподобная. 3970 рублей кольцо. Так, следующий комплект. Тоже очень оригинальный комплект. Здесь идут серьги-трансформеры. Серьги-трансформеры. И они асимметричные. Вот, посмотрите. Тоже такие цепочки висят. Вот. Асимметричные серьги-трансформеры. Подвесная часть идет съемная, то есть вот этот вот замочек отдельно можно носить. И сюда можно навесить какие-то другие навески. То есть вот это все можно убрать, подвесную часть. Отдельно можно носить вообще без каких-либо навесок. Они такие самодостаточные серьги. Колечко сюда идет. И сюда есть вот такой вот кулон. Это тоже все ручная работа. Здесь позолота 18 карат, янтарь зеленый. 8,9 грамм весят серьги, 6970 рублей серьги. Кольцо 5500 рублей, оно идет разъемное, вот оно. Ну, здесь колечко сейчас идет где-то на 18,5 на 19. И плюс обратите внимание, сколько здесь еще есть дополнительные шинки. То есть до 20-го, 21-го спокойно можно разжать. И вот такое вот шикарное колье. Вот оно будет вот так смотреться. Лимонная позолота. Такая здесь шикарная цепь идет. Колье 50 сантиметров, плюс здесь дополнительная 5 сантиметров цепь идет. 50-55 получается. 11800 рублей данное колье. Янтарь здесь весь полностью натуральный. И в предыдущих комплектах то же самое. Это все ручная работа. Так, следующий комплект. Один из моих любимых комплектов. Очень люблю эту модель. Всегда ее прошу нам сделать. Ее вообще сняли с производства. И очень часто нам делают ее просто по заказу. Здесь также черное родие и золочение. Белый янтарь. 9,2 грамма весят эти серьги. 5100 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Кольцо 3200 рублей, размеры есть 18 и 19. Шикарный, стильный, такой лаконичный комплект. Всегда он притягивает внимание. Очень такой необычный. Следующий комплект, один из наших любимых комплектов, скажем так. Здесь замочек идет полупетля. Черный родий, элементы золочения. С обратной стороны, посмотрите, какая красота, такая ажурность, что-то такое восточное присутствует. 6,8 грамм весят серьги, 3760 рублей. Кольцо 2300 рублей, размер есть 20 и 21. Прекрасный комплект. И такой же комплектик есть с белым янтарем. Тоже черное родие и золочение, и беленький такой янтарь. Здесь очень сложно выбрать комплект, в каком исполнении смотрится более выигрышно, то ли в коньячном цвете янтаря, то ли в белом цвете. Оба комплекта смотрятся очень оригинально, и на каждый день такой хороший, прекрасный вариант. 6,4 грамма весят серьги, 3760 рублей, кольцо 18,5 размер, 2300 рублей. Замочек здесь полупетля на любую мочку уха.
Следующий комплект. Давно у нас не было этого комплекта. Очень люблю эти модели. Вот эта вот лодочка, такая удлиненность, она визуально удлиняет и пальчики, и шею. Смотрится очень изящно этот комплект. Тоже в любом исполнении вот он очень интересен. Здесь комплект с разъемным колечком идет на любой размер. 7,9 грамм весят серьги. 4400 рублей. Замочек идет полупетлей. Кольцо разъемное 3800 рублей. Тоже черный родий и золочение. Такой же комплект в коньячном цвете. Тоже серьги с подвесной частью. Очень даже изящно. Вот именно такие модели, они действительно, вот эти вот подвесные серьги, они в любом случае визуально удлиняют шею. Ошибочно мнение, многие девушки говорят, что вот у меня короткая шея, а длинные серьги носить не могу. Нет, наоборот, вот если вы хотите визуально удлинить, нужно как раз-таки вот такие вот, ну, удлиненные модели носить. Здесь замочек идет полупетля также. 7,9 грамм, 4400 рублей серьги и кольцо 3800 рублей. Тоже замочек, тоже колечко здесь разъемное. Можно разжать либо зажать. Здесь сейчас в данном случае где-то на 19 размер, и здесь еще есть дополнительный запас шейки. И такой же комплект, но здесь уже у нас серьги идут на мочку. И янтарь здесь у нас синего цвета. Тоже очень эффектно он смотрится. Посмотрите, как красиво. Очень ярко, да? 3770 рублей серьги. 6,6 грамм они весят. Кольцо 3800 рублей. И также оно разъемное колечко. Серьги с хорошим занижением штифта. Цвет очень красивый. Смотрите, как будет красиво в просвете. Такие прям глазочки, да? И колечко. Так, еще один комплектик в синем цвете янтаря. Здесь очень такое оригинальное кольцо. Янтарь синего цвета, позолоченное серебро. Янтарь, если сбоку смотреть, смотрите, оно такое лимонного цвета, зеленоватого. Спереди оно синего цвета. 5,1 грамм весят серьги 2700 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров. Кольцо 19 размер, 2150 рублей. Очень смотрится оригинально. Такой объемный воздушный комплектик. Далее, наконец-то удалось заполучить комплекты, которые у нас были с прошлой выставки пусеты. И здесь у нас идет лимонная позолота. Очень оригинальные, современные стильные комплекты с фактурным серебром. И здесь разъемное колечко. Помните, наверное, да, эти модели? Коньячного цвета янтарь. Серьги идут 5 грамм, 2500 рублей. Кольцо 1500 рублей разъемное. Размер не указан. Ну вот в данном случае оно идет на 18, то есть можно зажать, и будет оно 17 и 18 петель до 19 размера коньячного цвета. Далее цена будет одинаковая. Эти комплекты у меня пришли в разных цветах.
Очень всем понравился вот этот цвет, такой бирюзовый. Девочки, комплекты раскомплектовывать не буду, потому что пришло много комплектов, и все такие вот по приемлемой цене. По идее, 1500 рублей за колечко, я считаю, что очень даже хорошая цена. Получается также 2500 рублей пусеты, кольцо 1500 рублей лимонное позолота, замочек во всех пусетиках идет обычный барашек. Цвет, шикарнейший цвет. Это, естественно, вот этот цвет, это крашеный янтарь. Его подкрашивают. Синий то же самое. Наносится с обратной стороны, либо подкрашивается весь янтарь, а именно покрывают, если с обратной стороны, покрывают лаком. Специальный лак, который придает цвет янтарю. Вот синий, то же самое, 2500 рублей серьги и 1500 рублей колечко. Такой, сейчас покажу в просвете, он такой темно-синий цвет, вот он. Такой прям сапфировый цвет. И очень красивая лимонная позолота. Так, и еще один цвет такого же комплекта. Это у нас белый янтарь и лимонная позолота, серебро. Я набрала все цвета, какие могут быть, потому что, правда, я не могла даже остановить свой выбор на каком-то одном из этих комплектов. В прошлый раз они у нас приходили, по-моему, два цвета только было. И очень много кто их спрашивал. Такой современный стильный дизайн. Для тех, кто хочет янтарь и хочется что-то современное. Идеальный вариант. Так, сейчас покажу еще одну новиночку. Эти серьги меня, конечно, удивили. Я была им рада. Посмотрите, какая милота. Оригинальность и милота. Эти серьги идут набор разных навесочек. Получается, янтарных в разном цвете янтаря. Они все съемные. Вот они. То есть верхняя часть сережечки. Вот. Серьги сами по себе очень такие самодостаточные, с хорошим занижением штифта. Очень оригинальная модель. И здесь вот такие вот навески. Здесь такой, знаете, такой красноватый янтарь. Это уже белый, очень похож на перепелиный янтарь. И синенький. То есть можно менять каждый день. И либо вообще свои какие-то другие навески использовать в этих серьгах. 5800 рублей стоят эти серьги. Они у меня есть еще вот в таком цвете. Здесь белый янтарь, синий и вот такой вот интересный коньячный. Тоже такая комбинация, превосходная, цвета шикарные просто. И есть вот в таком цвете зеленый, яркий зеленый красивый цвет. Белый янтарь, такой практически медовый, и коньячный. В общем, все разные цвета. 5800 рублей серьги. Так, следующий комплект. Это ручная работа. Это действительно, девочки, ручная работа. Я спрашивала, что такое близура. Вот у них есть такие названия у производителей. Близура – это когда вот это вот все. Сейчас вот покажу. Вот такой вот ободочек вокруг янтаря называется близура. То есть ювелир вот это все вручную подгоняет под сам янтарь. То есть он должен сделать это ровненько, складненько, чтобы это все выглядело безупречно. Поэтому
Давно, правда, по-моему, в прошлом году кто-то мне в комментариях писал, что какая это может быть ручная работа. Девочки, это действительно ручная работа. Я сама вот интересовалась, и вот мне девочки из Калининграда на выставке это все объясняли, что вот это наоборот, очень такая трудоемкая, кропотливая работа. Даже в сравнении с теми украшениями ручной работы, где янтарь такой более неправильной формы, там делать намного легче, чем, допустим, вот такие вот круги, либо, допустим, какие-то вот такого плана квадратики там, да, вот это вот очень-очень такая сложная, кропотливая работа, вот. Имейте, пожалуйста, в виду, что это ручники. Так, и на сегодня покажу еще один комплектик с янтарем. Это у нас здесь серьги, кольцо и колье. Серьги идут асимметричные, такие вот ромбики. Давно у нас не было этих моделей. Одна из моих любимых моделей, настолько они стильные, современные, лаконичные модели. Здесь то же самое, подвесная часть съемная. Можно отдельно носить вот эти вот сережечки, они сами по себе такие самодостаточные. Можно какие-то другие навесочки на них надеть. Серьги весят 8,4 грамма, 5570 рублей. Кольцо 4470 рублей. Колечко здесь идет разъемное. Здесь видите вот такой разъем, дополнительная шинка. Шикарный безупречный янтарь 4470 рублей кольцо и вот такое вот колье. Тоже такое современное стильное колье. Все в лимонной позолоте. Длина 55 плюс 5 сантиметров. Дополнительная цепь идет. 10200 рублей. Шикарный, современный, стильный дизайн. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши новиночки. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам доброго!